Автомобиль генерального директора ООО «Саровское управление строительства» опечатан и стоит на стоянке в УВД. Арест наложен в связи с тем, что на предприятии несколько месяцев полностью или частично не выплачивалась зарплата сотрудникам. Руководителю, прокурорам были вынесены представления об устранении нарушений и частично долги были погашены. Кроме того, сотрудниками прокуратуры в интересах работников направлено заявление в суды общей юрисдикции на вынесение судебных приказов на сумму более 2 миллионов рублей. На сегодняшний день все заявления удовлетворены, находятся в службе судебных приставов на исполнении. Задерживать зарплату на предприятии начали в конце прошлого года. Сейчас долг перед сотрудниками составляет 1 600 000 рублей. Чтобы не допустить роста задолженности, руководство компании отправило сотрудников в административные отпуска. Некоторые работники уволились. Директор ищет средства на выплату долгов. Мониторинг осуществляется прокуратурой ЗАТУ Саров на постоянной основе. Контроль за погашением задолженности организован должным образом и будет осуществляться до той поры, пока руководитель полностью не погасит образовавшуюся задолженность. Пока идет расследование уголовного дела и не будет погашен долг перед сотрудниками, автомобиль гендиректору ООО «Саровское управление строительства» не вернут. Елена Грискова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей «Саров-24».